Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин позитивно оценивает перспективы российско-американских отношений. Об этом он заявил в интервью, которое во вторник опубликовано на сайте телекомпании CBS. Беседа в целом была посвящена ситуации в Сирии. С дополнительными контактами, и если мы добиваемся какого-то прогресса по другим вопросам, мы пытаемся вносить свой вклад. Если мы можем работать вместе по данному направлению, это будет маленький вклад. Если мы каким-то образом выработаем политический импульс и у нас появится возможность сделать совместный вклад в устранение сирийского кризиса, это уже будет вкладом, сказал Чуркин. Он также отметил, что мы должны работать над внедрением соглашения с Ираном. По его мнению, это еще одна возможность для сотрудничества. Кроме того, он высказался относительно перспектив отношений РФ с США в контексте разрешения кризиса в Донбассе. Будем надеяться, что кризис на Украине будет устранен прежде, чем он станет затяжным, и некоторые раздражители исчезнут. Может быть, тогда будет создана спокойная и лучшая атмосфера для наших отношений, сказал постпред РФ при ООН.